Так, всем привет, с вами Славик, приехали половить живцов на Налима, на Курье, вот наш домик, уютный рыбацкий домик, так что печку затопили, воду греть поставили, все готово, все, будем рыбачить. Все, уже поймал где-то 5 штук сразу. Опа, во. Ух ты. Ветер жуткий. Погода минус 30 градусов. Ветер северо-восточный. До 15 метров в секунду с порывами. Вот слышно, как ветер. Ух ты, подсёк всё-таки. Подсёк я его. Стой, стой, стой. Ух ты, здоровый. Вот. Ещё не светает вроде. Время. Время 9. Часов кровь. Ого! Хороший идет. Вот. Красавчик. Ветер не стихает. Дует, дует. Ух ты, как дернуло-то, видели, да? Как бас! Маленечко прикормку сделаем. Очень сильно. Нормально идет такой здоровый. Ни хера, ни хера, стой, стой. О, какой он. Я пошел. Ох, блин. На жареху только идет. На жареху. Сковородочный. И на кальмара взял. На нижний крючок. Опа, есть, есть. Сегодня должен цену забрать тоже со школы. Так, мне надо еще тычки проверить. Еще надо было бы переставить, но не знаю, наверное, не переставлю, просто проверю. Так, у нас есть вот ракетка. Знаешь, для чего? Знаете, для чего это? Будем играть. Нет, шучу, конечно. Это для того, чтобы вычерпывать вот так лед. Тык-тык. Лед вычерпывать. Пригодится. Лайфхак. Малек, что ли? Вот он. Королевский ёж. На кальмар позарился. Что, берем? Нет? Ну, давай возьмем что-то. У нас почему-то на реке Вилюй, да? Именно под городом Вилюйском. На ерша не ловится почему-то. Не знаю почему, но это так. Это факт. Сколько раз не пробовали. Почему-то берет только на красноглазку, на ельца, ну, на окуня тоже берет, ну, на ержа почему-то нет. Ну, редко может быть так, ну, не так уж. Опа, ах ты, поторопился-то.
есть. Стой, стой. Так. Давай сюда водички зальем. Давайте подкинем дровишек. Подкинем дровишек. Так, один пока хватит. Много не надо. Вот. Есть. За нижний крючок взял, походу. А, нет. Не за нижний. Такой вот. Стой. Успокойся. На червя взял. О, блин. Опустил. Ну и ладно. Изунчик. Опа. Сейчас-то не пущу, наверное, вот. Этого не пущу. Так. Ох ты, есть. Все-таки подсек я его. Вот. Стой. Все тут раскрутил. Сошла. Ну, подожди. Пахай. Капец. Во. Видите? Крючки ушли. Жалко. Что за рыба там? Видно, здоровый. Плотивец красноглазый. Здоровый попался. Они нормальные. Угу. Есть. Ох, чуть не опустил. Такой хороший. И сейчас я вам покажу. Вот столько вот поймалось. Смотрите. О, жестоко. Снег идет, ветер.
Проверили тычки, не было, там одного взял. Все, всем пока, до новых встреч.